Выбирая первый гидрофойл для вингфойла, хочется, чтобы он не потерял актуальности и после начального обучения, когда просто трамваете делать повороты станет неинтересно. Чудес не бывает, и какой бы ни был уровень вашего мастерства, размер крыла имеет значение, и кататься при недостаточной тяге лучше на крыле большого размера. Такие крылья тоже едут с волны, но их комфортная стабильность, важная при обучении, может затруднять маневры на волне. Последнюю неделю мне удалось покататься на фойле от RRD-2400. Массивный фюзеляж имеет пропилы для снижения веса. Стабилизатор перевернут АЭВ. Хорош при движении, но в момент старта склонен касаться дна и требует внимания. RRD-2400 легко выходит на крыло, что в принципе ожидаемо, и имеет хорошую стабильность на курсе. Но меня особенно порадовал его потенциал в downwind. Достаточно небольшого чопа, чтобы плоское крыло хорошо скользило, и при этом оно сохраняет маневренность. Конечно, такой размер отзывчив на пампинг, так что его вполне можно использовать и на маленькой доске, в моем случае это 75 литров. Пока не было возможности проверить 2400 на достаточно большой волне. Конечно, оно проигрывает скорости высокоаспектным крыльям, но для первого фойла это очень достойный вариант с прицелом на будущий downwind, особенно в сочетании с неустойчивым ветром.